Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами GeForce Миссия Дарвина, окей. Клёвая поездка, чувак. Да, вот. Чувак. Ага, Бластер, мне безумно повезло. Да не говори вообще. Есть что-нибудь от Спеклса? Там он... Пока ничего. Так, хорошо, чтобы воспользоваться тросом, встаньте под ним и подпрыгните, чтобы ухватиться за ручку. А, тут так. А чё, я так не могу лазить, что ли? Ни хрена вас тут мало. Слышь, ты, Бритва, это... А как? А почему? А почему я по тросу просто не могу полезть, так как я перед этим делал? Почему я именно должен хвататься? Что за хрень? Ладно. Ну, я не думаю, что мне стоит рисковать из-за сердечка, ладно. Так, у меня что-то патронов прям мало, смотри. Мне нужен вот этот. Что такое? Кто там? Ну, ты подлец такой. Давай на трёчке. Все, что ли? Ты куда? Далеко? Хе-хе, хорошо. Опять, что ли, тросик катать туда-сюда. Ладно, окей. Что там насчет комментариев хотел сказать, да? А уже, я думал, эта игра не такая длинная. Я думал, она коротенькая. Уже 18-я серия, нихрена себе. Если насчет комментариев, что я могу в видео, например, не отвечать на комментарии, потому что я записываю наперед, опять же таки, ребятки, ну... Там диск нету, блядь! Можешь вот тут встать? Так, хорошо, смотри. Если я туда пойду... А я могу туда пойти, да? Не хватит мне, блядь, силы, мощности. Я ее поздно заметил, тот диск. Да ладно. Ох, ни хрена себе, отлично. Просто шик. Аж с самого-самого гребаного начала. Придется теперь за сердечками идти. Ну а чё? Побыстрее. Вот это ускорение в 2D. В смысле, в два раза. Почему ты по тросу не можешь полезть, так как по вот этой херне лазишь? Почему тебе надо именно на этом ехать? Ну ладно. Не будем вдаваться в подробности, потому что их не понять. А зачем ты тут летаешь? Слышь? Я ж, в принципе, и так могу туда долететь или нет? Ну хорошо, ладно, меняю. Три. На. Почему? Почему? Тут стекло? Хорошо. Где ты там? Летанька. На. Так, а подожди, как мне тут диск забрать? Мне нужно просто спрыгнуть вот здесь, да? Или где? А где музыка делась? Не вижу куда. Не понял. А, вон оно, блин, его не видно. Хорошо. А, надо было сразу сюда пойти и посмотреть. Самое начало. Ёлки-палки. А это куда? Вот это вот куда? Это, слышь? Это ты можешь полезть, да, куда ты лезешь? И все? Ну это типа вот так, чтобы назад вернуться, да? Блин, опять все заново идти. Ну что за дела? Ну почему я туда не пошел сразу? Я так посмотрел, там ничего нет. Ну и думал. Не надо. Блять! А, ебаный! Сука. Где эта штука? Не успел. Хорошо, потрачу сейчас миллион сердец тут. Ну это жопа какая-то, ну. Не хватает у меня заряда выстрелов. Хорошо, так-то быстрее, да? Так быстрее, но я потратил два сердечка. Одно взял, три потратил, ну нормально. Ладно. Куда музыка-то делась? Хоть какая, ну там оно в принципе слышно, что... Слышно, что там чуть-чуть что-то гудит, пердит. Поехали, ладно, сюда. Новое задание. Найти Сейбера. Я его ищу уже. Какую серию? Контрольная точка, отлично. Привет, патроны. Патроны сейчас как раз кстати. Теперь, типа, вот это. Мой, где?
Магазин, в смысле. Я же вообще просто по мышиному разговариваю, наверное. Или по свининому, как там. Я не знаю. Вот, сколько патронов, хорошо, отлично. Здесь закрыто, там открыто, пойдем туда. Только я сейчас предварительно скуплюсь. Закуплюсь в этом. Вот, все. 5500, у меня лишние очки, получается, есть, да? Хорошо, можно тогда стрелять. Кто здесь? Привет, Сейбер. Хорас, я вижу Сейбера. Погоди, Дарвин. Меня тут считывается что-то странное. Не уверена, что... Я полагаю, ты не намерен сдаваться. Так. Не беспокойся. Мистер Сейбер уйдет на покой. Я уже все продумал. Боюсь, правда, ему это не понравится. Как ты запись Хорас, такую сделал? Попробуй отследить источник голограммы. Найти настоящего Леонардо Сейбера стало еще труднее. Готов сдаться, грызун. У меня есть еще сюрпризы. Все приготовлено специально для тебя. Ага, ну это я понял, что ты знаешь, кто охотится, то есть не охотится, а пытается спасти Сейбера, потому что ты знаешь, что грызун. Вот, потому что человек не может знать этого, правильно? Не может. А мне куда? Слышь? Сейбер. Галлигрим. Так, не вижу пока никакой вентиляции. Мне куда? Ага. О, привет. Ты мне лыжников везешь. Ладно, народ. Помним. Давай. Задачи. Лыжник. Ты, сука, лыжник гребаный. Сука, какой ты тука падла. Хорош лыжить. Давай, 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 давай. Вставай в позу, вставай в позу. Получай дозу. Что-то они какие-то страшные. Да, блин, что такое? Ой, ой. Зубастиков мне сюда приволок еще. Только бы глаза открыть. Три зубастика, что за три зубастика? Ой, какие же вы злые, ой, какие... Такие прикольные вообще. Такие злые, злые прям. Прыгают, что-то там с зубами клатают. Ой, что так? Ни хрена! Слышь, а вас тут двое, ничего? Все нормально? Так и должно быть. А может ты сдохнешь, нет? Не хочешь? Ладно, окей. Да блин, ну ты живучий какой, да? А кто еще стреляет? Где? Слышь, ты живой? Ну-ка, подохнем. Подохняем, ну-ка. Да блин, вот ты падла. Да ты что, мертвый стреляешь, что ли, жопы? Да хорош мне тут подарочки привозить. Чё? Блин, вот что это за штука? В такие моменты я мечтаю, чтобы рядом был бластер. Блин, еще и этот. Бластер хила... Мне вот того надо захерачить, потому что он дробью стреляет. А потом этого как-то, я не знаю. Да ты серьезно, что ли? Ты не охерел? Ты. Убей вот этого, пожалуйста. Да как ты достаешь-то, ёб твою мать, дебил! Как он меня достает-то? Он же вообще даже не туда летит. Ты, слышь, там живой? Пылесос. Шмелесос. Шмелесос. Опа. Бабля. Так еще и отбивает, падла. Сдох, молодец. Еще. Ну, кофеварка. Еще что-то, еще что-то эту. И эту везут мне. Ну, эти, как их называют-то? Эти, в принципе, никчемные. Потому что они никчемные и есть. Ты еще и дерешься. Я думал, ты не дерешься, слышь. Ты, зубастик. Ты, зубастик, еще жив. Слышь, ты будешь там что-то делать? Брэу, брэу, брэу. Не пизди, ты не заблокируешь это. Да ты не можешь так заблокировать. Давай, стреляй. Хорош мне привозить подарки, алло. Ох, как я вымотался. Ой, да не говори, уже жизни видишь сколько. Сейчас похилимся, чувак, не переживай. Дарвин, не переживай, сейчас мы хилку возьмем, купим. Прям возьму и куплю тебе, представляешь? Смотри, боеприпасы зарядим и прям жизни тебе восстановим. Все восстановим. Ой, хорошенько. Пить. Так, стоп. Что такое? Уровень прошел как-то? Что-то коротенький уровень. Хотя, скажем так, не очень. Три
Если мы подключим твое инфракрасное снаряжение к системе безопасности, мы сможем вычислить Сейбера. Отлично, так что мне делать? Вот это будет нелегко. Тебе надо добраться до ближайшего терминала восходящей связи. Это в отделе по борьбе с киберпреступностью. Там, возможно, установлена защитная дверь и... Так, не вонять. ...сказать, что еще там можно встретить. В остальном легче легкого. Не вонять. Есть. О, еще магазин. Да тут магазины на каждом шагу прям. Там тут это... Чипчик и чё? Чипчик, чип, 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 чип. Ну эта штучка меня потянет, хотя я и так могу, наверное, выпрыгнуть, нет? Вот смотри, не, не выпрыгну, да? Хотя чё-то не, а тут же нет ничего. Зачем это наверх? Чтоб короткий путь типа. Вон она зачем? Окей. Ну-ка, десантура. Крутануться можешь, нет? Нет, не может. Хорошо, десантура у нас летит вон туда. Эть. Блин, наверное, высоко взял, да? Не, нормально, нормально, долетишь, долетишь. Отличненько, хватило заряда. А что я здесь делаю? А, тик-тик-тирик. Тик-тик-тирик. Пиу. Ох ты, скотина. А для чего ты не нужен, да? Подожди, нет, стой, Дарвин, дурень. Бляха, я ж думал... Я там не все облазил. Что это? Дарвин, перед дверью впереди стоит весьма неприятный шреддер. Но думаю, я знаю, как его обойти. Где он? То есть? А. Прямо рядом с тобой находится так голографический сканер. Он может сделать голографический диск с твоим изображением. Даже так? Бросишь его перед этими адскими машинами, и они на тебя и внимания не обратят. Пойдет как по маслу. А как делать? Будет от них драпать. Бластер, иногда ты просто гений. Для переноски диска используйте электрохлыст. Бросьте диск под ноги противнику, чтобы отвлечь его. А диск где? Недолговечны, так как они могут быть повреждены при нападении противника. А это, слышишь, а диск-то где? Я что-то его сделал, притянул, а его нет. Блять, вот ебаный шреддер, блять, как ты хули так попадаешь-то, ёб твою мать. А чё его отвлечь? Куда его? В какую сторону отвлечь? На. А я побегу туда. Да, побежал, блядь, туда. А как? Вы чё? Вы прикалываетесь с меня или что? Как так? Какого хера это ты уепенил? Уепенька, вот этот вот попадает 100%. Какого хера у него наводящие диски? Включи мне. Так, а он что-то там бьет, бьет полдня уже. На. Ну, пускай развлекается. Там что-то сидят эти. Подожди, а что мне... А, мне просто нужно сюда. И все. Форрест, здесь становится холодновато. Что-то не так с системой охлаждения. Ты знаешь как? Замерз, и это стоит теплой шубкой. Я тут немного поиграл с системой охлаждения, и боюсь, скоро здесь станет еще холоднее. Ах ты падла. Так что лучше тебе пошевеливаться, свинга. Температура упадет еще ниже, да? Это помещение. Короче, надо вот этого захерачить. Ай, блин, нифига себе. Слышь, как тебя мать? Ой, он меня заморозил. Выбраться, 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 выбраться. А как его бить так? Подожди, стой. Он колой меня поливает. Ой, какой я блестящий. Спасибо, чувак. Да ёб твою, хорош меня морозить. Так, а подожди, как его бить-то? Можно воспользоваться, смотри, голограммой. Если чё. Ага, и чё, и как его бить? А, его по этим надо бить. По ножкам. Слышь, тарахтелка, блядь. А ты чё, меня...
Так, а что, у него вроде все сбиты эти ножки. Куда ему еще? А, вот та ножка, наверное, не сбита. Да привет! Все! Ты разобрался? Ты разобрался со своими проблемами? Ублюдок. Ух, хорош, один минус. Ну, блин. Что такое? Что-то он прям все заморозил, что только можно заморозить. Что за звук? Хорошо, мне нужно как-то вон туда. Потому что... А, мне... А почему у меня 4... Уже все сердечки? У меня же одного не хватало. Двоих даже не хватало. Что такое? Кто там шумит? Так, ну тут... Дверь. Не могу получить доступа к замку. Я знаю. Он сломан. Придется найти какой-то другой путь. Ключ может переносить диски. Для этого подлетите к диску и нажмите кнопку «Нести». Да я знаю, ты чё? Я что, первый раз играю или что? Я уже хрен знает, когда играю, ты мне рассказываешь, что тут надо что-то перенести. А, где диск-то? Какой диск он может нести? Ага, там надо растопить, вон вижу, окей. Внимание, блять, помехи. А какие диски там можешь переносить-то? Подожди. Я-то понял, что он может переносить диски. Какой ты диск? Ты хочешь, чтобы я взял и нацелил лазер куда? Куда я лазер хочу нацелить, а? Хорошо, мне нужно просто взять эту штуку и нацелить лазер куда-то. Куда-то. Только куда, вот не понимаю пока что. Лазер нужно нацелить. Что это за штука? Так, там огнемет есть. Может быть, на эту дверь? Не работает. А, работает. Ага. Ну-ка, стоп. Стопешечка, стопешечка. Теперь мне надо как-то лед растопить будет, да? Пускай, короче, оно вот тут херачит его пока. Так, какие-то помехи, ладно. Дверь расхерачил, окей. Он будет на него, да? Так, хорошо, неактивные какие-то штуки тут есть. Мне нужно как-то вот это разморозить. Да, сейчас бы мне огнемет. Блин, опять этот ублюдок. Сука, смотри, какой, блядь, отбивающийся. Привет. Какая тварь. Куда ему стрелять, чтобы он не отбил? Ага, в левую ногу. В правую. Сука, отбивает все равно. Привет. Ну ты, сука, падла. Ублюдок. Ай, ладно. Лазер не растапливает лед. А, я понял. Только мне как-то бы лазер этот отвлечь, наверное, да? Я понял. Мне надо лазер отвлечь, короче, чтобы он меня не трогал пока что, потому что если он будет меня трогать, я не успею разморозить ничего. Иди вон туда. Так, а ты оживляйся. Патрончики зарядим, все зарядим. Иди сюда, слышь? Растопи вот здесь. Так, куда ты, блин? Ну, нахера ты его берешь? Вот, спасибо. Так, а теперь, короче, опять берем эту херню, на, бросай туда. Ой, ты что, дерешься, что ли? А ну-ка, иди сюда. Да иди сюда, ёптя. Убей тот чип. Давай. 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 Ой, молодец, иди сюда теперь. Да-да-да-да-да. Не понял. А подожди, у меня карточки-то нету. Где карточку взять? А! Нет, подожди, не убивай его. Ёлки-палки, прикинь, если бы я его убил. А, там бы новый, да, тогда сделался. Вот здесь еще же надо.
теперь можно. Бум. А может быть, еще нельзя было. Нельзя было еще, представляешь? Здесь только надо растопить всего. Здесь надо просто кучу всего растопить. Ладно. И сюда. Иди ко мне. Иди ко мне лазерами своими наводи. Вот здесь, смотри, дверь. Ага. Теперь вот сюда. Ага. Теперь вот сюда. Привет, дружелюбный сосед. А ты что не растопил там, алё, слышь? Ты что там сел, расселся? Чего загрустил? Не, давай пшикай. Ты хорош тут мансы вертеть. Пшикай давай. Вот ты дебил. Ты дебилоид, что ли, совсем? Стреляй. Вот молодец, давай. Все там, больше ничего не надо? Блин, еще надо, тут куча всего. А там это. В смысле? А я что замерз-то на ходу? О, привет. А он это, да? Блин, замерз опять на ходу. Ёбаные эти самые автоматы. Давай, расхерачивай, молоченько. Так, а нам надо опять это разморозить, ту хернюшку. А там тут лежит что-то за это. Пригорюнил тоже. Мне надо разморозить это, и можно разморозить там и тут. Везде разморозить нужно. Что за херня? Ладно, иди сюда, чувак. Что это такое? А что это за штука? Что-то с огнем. Иди сюда. Нужна твоя помощь, чувак, серьезно. Отвечаю. Просто отвечаю, иди сюда. Заезжай. Давай вот этого сначала. Угу, так, хорошо. И теперь иди сюда. Разморозит? Разморозил молочек. Теперь, подожди, ты этого может не морозить пока что? Ты что будешь, ты не будешь работать, слышь? Ты что не берешь своих козявок и не... Ой, что-то там. И ту разморозил, ты дурак. Я ж тебя не просил пока что. Я ж сказал потом. Вот вы не слушаетесь меня. Сука. Пинь. Диск. Там взрывная бежит где-то. Вот она. Ладно. Да уйдите нахер! Где взрывная? Ну-ка, бери вон своих жучков этих. Да блин, дурень. Успел! Успел, хорошо, отлично. Хорош уже прыгать, все, вашего приятеля нету. Да, привет! А вы откуда? Злюки зубастые такие. Откуда они пришли? Ой, ты что, меня за жопу хотел укусить, падла? Не хотел. Ну, то есть хотел, но только... А что вот это за штука? Не понял. Совсем не понял, что это за штука, но она что-то мигает. Ладно, мне эти очки, в принципе, не надо. Здесь, если что, вон есть этот, как его, магазинчик. Да не хочу его оживлять, хватит уже. Мне уже, в принципе, не надо. На! Открывай. Контрольная точка, отлично, меня как раз... Да, я же тебе говорил еще до этого. В общем, давайте, ребятки, на этом закончим серию. Вот тут какая-то зараза со мной летает. Привет. Не трясись. Я понимаю, что холодно, и мне тоже холодно. И чего? Короче, все, всем, ребятки, спасибо за просмотр. Ссылки в описании будут под видео, комментируйте. И всем до встречи в следующей серии GeForce Missy Darwin. Да, все, всем пока.